пишут, что россияне это пушечное мясо. Как относитесь к этому? Что думаете? Негативно я к этому отношусь. Потому что это не так. Вот была первая волна мобилизации, а послали, вот говорят, послали неподготовленных людей, которые оружие не держали. Сейчас вот вторая обсуждается. Разве это не пушечное мясо? Нет. Потому что белый мужчина должен уметь владеть оружием и уметь защищать себя. Только белый? Да. А чернокожие? Почему? Окей. А че уж того номена? Я расист. Ай! Окей, well, that fair point, I guess. Yeah.